На канале Украина состоится премьера мелодрамы «Утраченные воспоминания». Сюжет сериала расскажет о счастливой жене, которая по роковому стечению обстоятельств теряет любимого супруга Григория, а в день его похорон еще и память. Женщина превращается в психически неуравновешенную особу, да еще и подозреваемую в убийстве. Через несколько месяцев после трагических событий Людмила узнает радостную новость – она ждет ребенка. Результат теста ДНК плода показал, что отец Григорий. Срок беременности доказывает невозможность такого факта. Муж в тот момент уже был мертв. Как же в это можно поверить? Справиться в одиночку с такой лавиной негативных событий хрупкой женщине не под силу. Муж не просто погиб, он оставил огромные долги, и разъяренные кредиторы буквально со всех сторон требуют от Людмилы возврата крупных сумм денег. В самый ответственный момент на ее пути возникает незаурядный учитель Владимир. Он буквально выхватывает ее, обезумевшую от горя, из-под колес мчащихся по трассе авто. С этого момента они вдвоем будут пытаться распутать клубок хитросплетений, который завел главную героиню в патовую ситуацию. Главные роли в сериале исполнят Екатерина Астахова, Антон Денисенко и Дмитрий Саранцев. Премьера четырехсерийного сериала состоится 16 ноября на канале Украина. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.